«Танк под Сталинградом. Глаза голодных детей Ленинграда». В Северском историко-краеведческом музее определили юных победителей районного художественного конкурса. Сегодня у нас проходит выставка детского рисунка «Вехи Победы», приуроченная к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В ней принимают участие воспитанники детских школ искусств и детской художественной школы Северского района. Сталинградская битва действительно эпична, ценой множества жизней советских солдат. Благодаря их мужеству и доблести на поле брани удалось добиться перелома в ходе Великой Отечественной войны. Во время этих сражений фашисты потеряли четверть своих войск. Работа Богдана Буваненко, видимо, навеяна историческими кадрами. Советский танк с алым знаменем победно едет по многострадальному разрушенному городу. Рисунок занял первое место в возрастной категории от 7 до 9 лет. Победителем также стала Анастасия Дорохина, пронизывающая, изобразившая страдающих от голода и холода жителей Ленинграда. Свою картину 14-летняя художница назвала «Ангелы блокады». В возрастной категории от 15 до 18 лет победу одержала Полина Загубная со своей работой «Переломный бой». Взгляд уставшего, измученного солдата будто говорит «не сдамся». 2 февраля экспозиция переедет в Северский дом культуры. Здесь выставка продлится всего один день.